Всем привет! Появилась одна неприятная новость для украинцев в Германии, связанная с приемом, размещением и финансированием беженцев из Украины. В чем суть? Разберемся в этом видео. Так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях и давайте к делу. Итак, чтобы понять глобальность проблемы, тут нужно обратить внимание на некоторые данные, а именно на то, что на данный момент времени, по данным ООН, в Германии зарегистрировано 934 420 беженцев из Украины. При этом за апрель 2023 года количество зарегистрированных беженцев из Украины в Германии увеличилось условно на 12 тысяч человек. Вызвано это одними из лучшими выплатами для беженцев и прочими необходимыми социальными обеспечениями для нормальной жизни. В отличие от многих других стран, которые принимают украинцев. Так как количество беженцев растет, то и финансирование тоже нужно увеличивать. И как раз в этом вопросе накануне миграционного саммита, который состоится в следующую среду в Берлине, между федеральным, земельными и местными правительствами возник конфликт по вопросам финансирования беженцев из Украины. Федеральные земли уже давно требуют от федерального правительства больше денег на размещение, уход и интеграцию беженцев. И тут на портале Tagesschau появилась информация о том, что федеральное правительство не хочет давать никаких дополнительных денег. Это также следует из проекта резолюции заседания. В предложенной резолюции федеральное правительство еще раз дает понять, что оно не готово дать федеральным землям больше денег, чем уже согласовано. В ближайшие годы будет представлена только единовременная сумма на общие расходы, связанные с беженцами, в размере 1 миллиард 250 миллионов евро, которая уже была предоставлена. В качестве оправдания федеральное правительство ссылается на высокие расходы, которые оно уже предоставило беженцам. В частности, упоминается, что с июня 2022 года федеральное правительство покрывает расходы на проживание беженцев из Украины и до 75% расходов на их аренду, включая отопление. Только это стоило около 3 миллиардов евро в прошлом году. В общем, спор остается открытым и пока что непонятно, чем это закончится. Но явно чувствуется, что вопрос содержания беженцев из Украины в Германии начинает усложняться, если даже федеральное правительство проявляет такое нежелание в увеличении необходимого финансирования приема беженцев. К чему это может привести? И сколько еще украинских беженцев сможет принять Германия, которые в основном сейчас мигрируют в Германию из других стран, где уже получили временную защиту, но с недостаточным обеспечением? Или может быть это просто намек украинцам о том, что ресурсы заканчиваются? Предлагаю обсудить с вами эту новость и вопросы в комментариях под этим видео. На этом все. Подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Спасибо всем за внимание и за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.